Саш, поздравляю с победой. Вторая игра на ноль. Какие первые ощущения после этой победы сегодня в Тамбове? Знаете, ну, любая победа, она вызывает положительные эмоции. И нам сейчас нельзя давать осечек вообще. Вот. Понятно, что поле в удручающем состоянии было. И мы, считаю, что тактически правильно сыграли. Сделал ставку на стандарты, и это в конечном итоге принесло свои плоды. И как я считаю, что нужно как можно скорее отсюда бежать в ФНЛ с этих полей. Саш, ну сегодня во многом благодаря твоей игре, конечно, не умаляя достоинств партнеров по команде, благодаря тебе рисунок игры сложился таким, каким он стал. Там вспомним третью минуту, когда Свистунов выскочил один на один, ты выручил. Ну и в конце тоже, как бы при исполнении пенальти соперником, станет счет 2-1, и могло произойти все, что угодно. Вот, касаясь этого пенальти, хотел узнать, реагировал по удару или гадал? Вы знаете, у нас очень квалифицированный тренер вратарей, и его подсказки и в совокупности с нашим умением как бы дает тот результат, который мы показываем на поле. Поэтому я считаю, это общая такая, общий труд, который дает результат. Вот. А так мы все делаем общее дело, и один за всех, все за одного, каждый друг друга выручает. Где-то я, где-то меня, партнеры. Так и нужно до конца продолжать, и я думаю, что в конечном итоге мы добьемся той цели, к которой идем. Я знаю, что в Белгороде тебе было очень комфортно, и игралось, и жилось. Сейчас в «Факеле» прошел предсезонку с новой командой, вот провел уже 2 официальных матча. Какие ощущения в Воронеже? Знаете, мне очень было приятно сегодня, что меня болельщики на трибуне персонально поблагодарили там, по имени. И я считаю, ну, как мы играем для болельщиков, да, и оценка болельщиков, она очень важна, показательна, и для меня в том числе. Я прислушиваюсь всегда как к критике, так и к положительным отзывам. И когда болельщики приветствуют тебя после игры, но я думаю, это показатель того, что они довольны тобой, твоей игрой, а мне со своей стороны приятно делать то, что я делаю, и буду продолжать в том же духе, и все силы отдам для того, чтобы мы пришли к конечной цели, опять же, повторюсь.